все успели убежать. Она вот так закрыла и руки попали, потолок ударил. Анжела Перегудова, мама пострадавшей девочки, сейчас уже с облегчением рассказывает о ЧП. Хотя из состояния шока долго не могла выйти ни она, ни сама четвероклассница Нелли. Никто и не подозревал, что обычный урок труда может закончиться обрушением потолка. Все произошло накануне, в четверг, в школе номер 9. Это образовательное учреждение для особенных учеников с проблемами со слухом и речью. Около 3 часов дня дети на технологии изучали флористику с педагогом. Как вдруг в классе обрушился потолок. Убежать смогли все, кроме Нелли, рассказывает ее мама. Она хотела побежать, но не успела. И она сидела, когда потолок падал, и все. Потом она смотрела потихоньку, и она подбежала, успела. И голову ударила, которая учитель сидит со столом. Вот потолок упал. И все успели, ребята убежать, кроме она не успела. Когда я не знала, сегодня рано утром писали информацию про школу. Я так не ожидала. Она говорит, сильно плакала, руки трясут, как испугалась сильно. В администрации школы рассказывают, ничего не предвещало беды. Обрушение потолка напугало не только учеников, но и сотрудников. Посмотрите на потолок, тут как бы, как можно было ждать, никаких трещин, ничего не было. Здание старое. Дело в том, что оно у нас, ну, сами понимаете, какого года постройки, всякое, ну, то есть бывает. Никто не ожидал этого. Мы всегда на контроле находимся. Сейчас класс труда закрыли на ремонт. К слову, школу номер 9 построили еще в прошлом веке. И за это время, говорят родители учеников, здание ни разу не капиталили. Хотя оно давно нуждается в реставрации. Однако деньги на ремонт власти все же выделяли, но лишь на косметический. И это лишь капля в море по сравнению с общим состоянием здания. За моей спиной школа-интернат номер 9. Зданию более 100 лет, однако со времен постройки здесь не проводили капитальный ремонт. И вместо того, чтобы его сделать, здесь делают такие оградительные сооружения, которые спасают мимо проходящих людей от кирпичей, которые валятся с фасада здания. Выделять деньги на школьный ремонт должны в Министерстве образования, под ведомством которого находится школа номер 9. Новости ТВК запросили комментарий ведомства по факту ЧП, однако ответа еще не последовало. Полина Куварзина, Илья Сергиенко, Новости ТВК.